Здравствуйте, соколики! Дождались, поди? Вот я тут хэппи повесила, который мне достался в подарок, когда я вздыхала над прилавком на ярмарке Оками от Насти Лукьяновой и Елены Снегирёвой, которые называют Аленкой с незапамятных времен. За что им очень-очень благодарна. Они мне тогда его обозвали Hello Kitty. По незнанию, но это наш хэппи. Кто смотрит Fairy Tail и кто его очень любит, так же, как я, вы должны знать. В общем, ода чаю пуэр, то бишь очередной пустой баночки. Это у меня сегодня будет. Посмотрю, как дело пойдет, потому что у меня там еще запрос был. Я не знаю, то ли это все вместе с это, по таким потоком сознания выдать, то ли это по отдельности, как у меня там батарея выдержит. Так, что-то у меня по времени, чтобы я знала, когда мне вовремя заткнуться, чтобы... Фотик не вырубился раньше. Короче говоря, у меня тут такие две пустых баночки еды. Ода кофе Бушида, Бушида оригинал, Япония бла-бла-бла, 100 грамм, вот, Арина. В общем, пил я лайт катану, сейчас у меня где-то там стоит черная катана. Это у нас Бушид оригинал. Ну, он говорит, что это оригинальная катана, хоть тут катана не нарисована и не написана. Еще я видела Red катана, но меня тупо задушила жаба. 515 рублей в том магазине. В другом магазине, может, она была по скидке, но у меня целая банка кофе, почти 100 грамм, стоит где-то тут в недрах моей кухни. Еще у меня 250 грамм кофе в зернах, которые я буду потом молоть. Все еще так и не молола, пока что я молола только льняные семена в моей кофемолочке. Завтра надеюсь помолоть, потому что день предстоит долгий. Вечером я поскочу к своей родне и буду там уже тусить. Так, а квартиру запру на два замка, дабы всякие троглодиты сюда не пожаловали и не напугали моего няшного котика. Вот это масло виноградное рафинированное, возможно, еще и дезидрированное, 0,25 литра, 250 миллилитров, не поверите. Кажется, оно стоило где-то тоже 250 рублей, может даже 300. Очень классное масло, тут совсем чуть-чуть осталось, я думаю, там видно такое светло-зеленое. Знаете, интересное такое по вкусу виноградные косточки. Я его и в косметоз добавляла самопальный, и хавал на нем. Последний раз я на нем голубчики подогревала. Закончился у него срок годности 7 декабря, 12 месяцев оно жило, покупала я его в Атаке, это вариация Ашана, у нас в Угличе есть, и что-то меня тогда подружка так это приколола, типа вот какое-нибудь масло, а у меня что-то тогда, этот год у меня был такой, еще и прошлый, кажется, такой же год, примерно был, я покупала что-нибудь такое элитное, какое-нибудь углическое масло год назад я покупала, потом я что-то его перестала видеть в наличии, в продаже. Допустим, он такой маленький кусочек где-нибудь на 200 рублей стоил. Ну и вот тут такое. Лучше купить что-то крутое, чем будете пользоваться, да? И вам будет польза, оно будет вкусное, чем купить какой-то ширпотреб непонятный. Короче говоря, я на нем и жарила, я на нем и тушила, я с ним салатики лопала. Хотя, на самом деле, вот тут написано, что оно отлично подходит для заправки салатов, холодных блюд, маринования мяса, рыбы и приготовления выпечки. Про поводу жарить тут ничего не сказано. Но я на нем жарила, ничего не пригорало. А вот на кокосовом масле совсем не пригорало. Ух ты, не поверите, тут у меня была подружка Дашка. Разбирала мне тут ромашку и еще чего-то. Она очень хорошо умеет разбирать. Знаете, как Золушка. Вот одно от другого отбирает. Это вот она приходит, там можете что-то разобрать. Вот она разбирает. Сейчас увидела ромашку. Она так притаилась на ромашковой скатерке. Тут не только ромашки, правда. Что я не заметила. В общем, раз уж я так быстро тут проговорила, у меня еще даже есть почти 10 минут в запасе, продолжу я, пожалуй, уже это... Был такой запрос у меня на... Как с позитивом, я дословно не помню смысл, кажется, такой, как с позитивом встретить Новый год, провести этот Новый год. Ну, короче, как весь год быть на позитиве, потому что я вся такая позитивная. Вот не поверите, у меня сейчас там война миров идет, ну, может, сейчас уже поутихомирилась. Мне тут за 2 дня, ну, прикиньте, вот преддверие Нового года. В Японии там уже вот почти Новый год уже наступил, 31-е, да, уже? Так, мы плюс 6 часов. Тут у нас, значит, 10, 1, 12. В общем, 4 утра где-то там сейчас в Японии, 31 декабря, да? Ну, если уж общаешься с японистом, будучи в одной манго-команде, да? Команде по адаптации манги, то как-то время помнишь.
Ну и, короче говоря, вот у людей вроде как праздник. У меня даже настроение такое отличное стало. Хотя вот с одной стороны у меня какой-то год там частично такой негативный, да, там где-то. Хотя вот люди считают, что у меня, наверное, негативный год. Но у меня положительный год. Я съездила в Калининград своей подруге, которую не видела 3, практически 4 года. Слетала на самолете шикарно. Я съездила в Белоруссию и потратила те старые деньги. У меня еще и новых немножко осталось. Ну, в общем, потратила деньги. Вообще шикарный год. Я общаюсь с шикарным, классным человеком. Не только с одним. У меня отшлифовались, отвалились, как мне кто-то в личку писал, хлам. В смысле, человеки, которые вас юзают. Да, вот эти человеки от меня отвалились. Счастье. У меня вон тут котик шастает. Вообще люблю кошек и хотела все время завести, когда Дашка умерла, кошка. То вот сейчас у меня шастает котик, хотя в первые дни он меня дико доставал. Особенно прыгая на лицо. Короче говоря, вот люди, которые вроде как, ну вообще люди, ну даже так удивительно мне было, что мне стали писать там это в ВКонтакте, в Одноклассниках, типа удали канал, ну будто мне это раньше не писали, писали, конечно. Но вот Новый год, преддверие Нового года, и столько людей грустных, несчастных, злобствующих. Ну человек, когда он злобствует, ну он значит несчастный, да, по идее. Вот люди, чтобы вы не стали злобствующими, несчастными человеками, существами, которые там у меня на канале прыгают, не только у меня, я подозреваю, вообще вот там это, чтобы вам не хотелось мониторить кого-то, кто, на ваш взгляд, успешнее в чем-то вас, чтобы вам, я не имею в виду, что вот все, которые меня смотрят, люди, что вы все, вот, допустим, кто-то меня сейчас смотрит, и просто там человеку грустно, и он будет мониторить. Есть люди, которым грустно, они просто как-то будут в уголочке плакать, что-то пытаются свое сделать, а есть люди, которые вот грустно, плохо, пойду на гаджу другим. Короче говоря, чтобы люди, которые минуса, не хотели нагадить другим, но на самом деле, когда ты гадишь другим, ты делаешь хуже только себе, на самом-то деле, да, там бумеранг, не только бумеранг. Ну, и чтобы вы, допустим, все-таки у вас, ваша жопа как-то стала, ну, вилась меньше, и чтобы вам не было мысли даже кого-то мониторить, как там у меня две мадамы сегодня лебезят. Я там 20 лет, та-та-та, такая счастливая, ты такая счастливая, лазаешь по каналу чужого человека совершенно. Совершенно чужого пишешь какую-то хинею. Счастливая, офигеть, я счастливая, я вообще куда-то не лазу, мне пофиг дым. На, мягко говоря, на всех. Грубо говоря, да? Ой, сейчас кто-нибудь обидится. Нет, именно на тебя мне не пофиг. Вот ты меня смотришь, мне на тебя не пофиг. Совсем не пофиг. Короче, дальше, значит, ну, в общем, как на позитиве жить? Моя мама меня учила так. Во всем надо видеть хорошее. Даже если у вас такая ситуация, что полная задница, и вы не знаете, где в этом месте увидеть хорошее, что у вас там лежит в комнате труп, первый раз при вас умер человек, это полная жопа, и как в этом видеть хорошее, ну, допустим, вот сейчас кто-нибудь там скажет, что я такая лицемерная сука, да, сволочь, ой, дети, нет, ну, это внимательное слово, женского пола собака же это вот самое, да, если кобель, то значит вот это самое, я тут сказала, уже не могу сказать, да, повторно, короче говоря, вот, допустим, у меня был плюс, я могу выспаться. Если у вас очень жуткая ситуация, вы не знаете, как жить там дальше, ты-ты-ты-ты-ты-ты, и он, блин, там Лёлю вспоминаете, а такая коза сказала, что плюс какой-то, ведь как в этом плюс? Даже в самой грязи всегда есть какой-то плюс. Какая-нибудь маленькая красивая золотиночка, которая блестит-блестит-блестит. Вот. Если еще настраиваться позитивно, вот пришли на какое-нибудь мероприятие, на которое вообще жутко не хотели идти. Что у меня там со временем, я еще могу говорить. И, значит, вот вы на негатив настроились, и вам даже самое хорошее мероприятие, что-то хорошее в жизни, будет восприниматься как плохое. Если вы пришли на плохое, и еще настроились на плохое, то вам вообще там писец будет как грустно, плохо, противно и тому подобное. Ну и такой момент, если вы настраиваетесь на позитив, плохое кажется хорошим. Хорошее становится вообще супер. И если даже вы идете где-то там грустно, скучно, бла-бла-бла, но у вас настрой позитивный, вы не пропустите самое крутое, хорошее, что может случиться с вашей жизнью. Если же вы идете, все грустно, все плохо, все вокруг уроды, бла-бла-бла, как жить дальше, и вообще у меня тут вся жизнь кувырком, то вы обязательно провороните что-то хорошее. Я понимаю, что объяснять совершенно не умею, и вы, если вы меня все-таки хоть чуть-чуть поняли, то я очень рада, потому что очень малое количество людей понимает, когда я что-то пытаюсь объяснить. Это или очень близкие по духу мне люди, да, и желаю всем вам
Всем, даже тем, которые думают, что вот сейчас я ей напишу там что-то про ДТП, она будет расстраиваться. Да, кстати, чем сильнее вас задели, чем больше в вашей жизни было плохих моментов, и чем лучше, веселее вы улыбаетесь, тем вы сильнее. Но это как-то так, да, я совершенно не умею объяснять. Я не к тому, что мне, допустим, грустно от того, что какая-то идиотка мне пишет какую-то хрень, да? Ну, я к тому, что если вам очень плохо, постарайтесь хоть чуть-чуть себе улыбнуться. Ну, допустим, посмотрите в зеркало на свою грустную физиономию и скажите там как-то себя по имени, да, вот дорогая моя, дорогой мой. Ну вот, давай я тебе подарю улыбку. Любите себя. Я не знаю, поможет ли это вам провести следующий год, если он у вас будет не очень хороший, но надеюсь, что все-таки у всех будет очень хороший год. Лучше, но все же это как-то... Пытайтесь, найдите себе хобби. Вот меня в последнее время стало дико радовать вообще, пытаюсь выражаться не совсем сленгом, да, дико радовать, когда вот люди комментируют мангу, которая частично приложилась в последнее время, мне придет Мадока. Ну, в смысле, вот это вот Пуэлла Маки и Мадока Магика. БММ. И даже больше, чем, допустим, вампир, который стал дико сопливым. И вообще сегодня меня как-то слегка задолбало. В общем, пожалуй, на этой радостной ноте я закончу свой видос. Я не знаю, наверное, надо будет еще как-то вас всех поздравлять. Надо сначала мне посмотреть, как люди поздравляют, потому что я совершенно забыла, как там YouTube-блогеры поздравляют других с наступающим Новым годом. Короче, всем счастливо, всем пока и много-много улыбок. Улыбайтесь себе, любите себя. Ну и окружающих тоже иногда.